День воинской славы России. 18 апреля. В этот день, в 1242 году, на льду Чудского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2/3 своего войска. И паде чуде без числа, а немец 500, говорит летопись.